Друзья, всех приветствую на канале CatCode. Меня зовут Данил, и мы начинаем серию обучающих роликов по Laravel. Согласно христианским канонам, то, что мы делаем, считается большим грехом. Начнем с самого простого, с установки. Данный ролик будет больше полезен для начинающих разработчиков, для тех, кто еще не научился понимать официальную документацию. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Что нам для этого потребуется? В моем случае это среда разработки, PHP Storm. У вас это может быть что угодно, пусть это будет Notepad++ и командная строка. И кстати, не забывайте подписываться на канал, вам не сложно, мне приятно. А те, кто уже подписан, прожимайте колокольчик. А для начала перейдем на сайт getcomposer.org. Небольшое лирическое отступление, что такое Composer? Composer — это пакетный менеджер для PHP. То есть, если проще, это файл, который помогает устанавливать необходимые пакеты, библиотеки и также сохранять какие-то зависимости для вашего проекта. Вот это поворот! Далее мы переходим по кнопке «Скачать» и здесь копируем код для PHP. Надеюсь, PHP уже у всех установлено. Если вдруг с этим какие-то сложности, то не стесняемся, пишем комментарии, снимем ролик и об этом. Все с чего-то начинали, все были новичками. Копируем код и вставляем его в нашу командную строку. Composer устанавливается. Composer установлен, на выходе у нас файл композера. Он нам и потребуется. Далее устанавливаем уже непосредственно Laravel. Для этого выполняем команду php. Обращаемся к нашему файлу, который только что установили. Create project. Пакет Laravel. И название нашего проекта. Пусть это будет First. Далее Composer устанавливает Laravel. Это займет некоторое время. Немножко подождем. Пошла жара! Много часов спустя. Итак, друзья, Laravel установлен. И у нас остается последний шаг. Это запустить веб-сервер. Мы будем использовать встроенный в PHP веб-сервер. Он появился в PHP с версии 5.4. Для этого возвращаемся в командную строку. Переходим в папку с нашим проектом. First. И выполняем следующую команду. PHP Artisan Serve. Запускаем веб-сервер по данному адресу. Переходим. У нас открывается вступительная страница Laravel. Это говорит о том, что все работает, все отлично. Easy. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, пишите комментарии. Скоро будут выходить новые обучающие ролики по Laravel. Увидимся на канале CatCode. Всем спасибо за просмотр, всем пока!